Следственное управление Следственного комитета России «Почувашия» передает в суд уголовное дело в отношении бывшего коллеги следователя МВД и его двоюродного брата. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и пособничестве соответственно. 25-летний следователь оказался неплохим знатоком психологии и мастерски сыграл на чувствах подследственного. С помощью брата он получил от фигуранта 180 тысяч рублей. По версии следствия, с ноября 2015 по февраль текущего года злоумышленники по предварительному сговору между собой получили от подследственного по уголовному делу, которое расследовал следователь полиции, денежные средства в размере 180 тысяч рублей. Эти деньги они получали несколькими частями. За это незаконное вознаграждение следователь полиции обещал своему подследственному изъять из уголовного дела несколько имеющих значение документов. Также он обещал не возбуждать уголовное дело по дополнительным эпизодам противоправной деятельности и не предъявлять по ним ему обвинения, заведомо зная о том, что отсутствуют достаточные данные для возбуждения этого новых уголовных дел. Кроме того, в присутствии подследственного в своем служебном кабинете он порвал документ, введя его в заблуждение относительно его важности как доказательства по расследовавшемуся уголовному делу. Денежные средства получал двоюродный брат следователя органов внутренних дел в различных местах на территории города Чебоксара. В данный момент следователь управления МВД по городу Чебоксару уволен в связи с утратой доверия и находится под стражей. Его брат-подельник под домашним арестом. Дело направлено в суд.